Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург, я Мигина Дыбенко, Оби, Садовый рай. Посмотрите, вот это Калан Хой за 159 рублей маленькие. Вот большие я не увидела там. Они вот такой упаковочки, вытащить горшочек сложно. А на самом этой упаковочке цены нету, горшочки. Смотрите, какая гирлянда еловая с шишками. Холодный белый цвет, 899 рублей, 1299, теплый белый. А вот такой вот такая вот гирлянда, 899 рублей. Вот бегония, 369 рублей. Посмотрите, красивая какая. Это тоже бегония. Не, ну красота, когда не вот этот вот так растет, красиво. Это пеперомия, по-моему, вот это вот. Тоже красиво. Так, что тут у нас? Это я уже думала. Мучнистый червенец. Не, ну красота, посмотрите, да. Какая красивая. Вот это вот, посмотрите, цветет. Таким цветочком. Что это у нас? Это у нас акалифа. И акалиф у нас стоит 169 рублей. Какая интересная. Какое интересное растение. Это у нас гипоцирта. Да. Смотрите, какой антуриум красивый. Но в другом, господи, говорю, Галамарте. Он красивый какой. Вот эти вот. Интересно, сколько они тут стоят. Да, 1199 рублей. Это вот эти вот, которые я также видела за такую же цену. Вот они. В другом Оби. И вот отдел моих любимых растишек. Таких малюсеньких. Ой, это уже у нас цветет даже. Растение комнатное. За 199 рублей. Кстати, у него даже цветет вот это вот. Вот. Какая прелесть. Не-не-не. Тоже это, по-моему, тоже вот такая вот разновидность. Или это у нас... Ну, вот такие маленькие растюшки, конечно, знаете, тут они не подписаны, к сожалению. Тут много, я смотрю, пеперомии. Вот это пеперомия, это пеперомия, по-моему, тоже. Тоже пеперомия. Да, пеперомия каперата. Так, у меня такой нету. Ну, не-не-не. Нет, нет, все, хватит. Мне пеперомия. Ой, традисканция она там, я вижу. Это вот у нас сингониум за 299 рублей. Хорошая цена. Ну, а там что такое торчит? Такое мне привлекает. Это тоже пеперомия. А, пеперомия магнолия елистная. Так. Ой, какой, посмотрите, какой красивый. Это у нас 15-16 тысяч растения. Полис циас. Красиво, да? Вот он какой. Главное его здесь не увидеть. Вот этот вот. Ведь возьму такое дерево красивое. А это у нас такое растение комнатное. А, это вот. 199 рублей. Нет, дорого, кстати. Главным. Снова фиалочки. 229 рублей. Смотрите, какие красивые. Вот, вот эта вот фиалочка. Я равнодушна к фиалкам, конечно. Но кто-то любит. Это у нас что? Тоже знакомая. Муленбекия. Нет, не знакомая. 129 рублей. Даже не знаю, что это такое Муленбекия. Что, смотрите, красивая фиалочка. Не, красивая, но я с ними не дружу. Это у нас не... Ой, боже, то тебя не поливали-то 100 лет гербера. Бедненько. Тебя полить надо срочным образом. Ой. Хоть бери лейку. А где воды взять? Гипоэстез. Ну, красивый.
129. Посмотрите, какой красивый, оригинальный цветок. Обалдеть. Он и не тут. Не-не-не. Нет, нет. Тоже вот этот вот красивый. Что это у нас? Так, разросся. Хорошо. ГПС-тест тоже 129 рублей. Что такое ГПС-тест? Главное, в интернете не посмотрите, не расстроиться. Ой, вот это вот мне нравится. Красивое вот это вот. Недорогие. 199 рублей, кстати, недорого. Бери как-то вот на бери-бери. Что-то на бери. Не, ну это не то. Слушайте, какая красота. Вот это вот красиво. А вот такой же тут рядышком. Давайте мы сейчас его достанем. Посмотрим, там такой желтым. А это вот с таким белым. Ой, как он мне нравится. 199 рублей. Не-не-не. Не-не-не. Все. Так. Итак. К сожалению, ставить некуда. О, ой. А это что? Нет. Сейчас красоту покажу. Но мне нравится. Это, наверное, пеперумия. Пеперумия. Неопознанная. Ну, это пеперумия. 199 рублей. Видите, она вот так вот цветет. Это вот такой у нее. Такое у нее цветение. Пеперумия. А вот это похоже на Наташа. Очень похоже по листочкам Наташа. 199 рублей. Хорошая цена, Наташа. Угу. Так, что у нас тут еще привлекает? Да много что. Не, ну это, конечно. Ой, ну посмотрите, как они компактные, красивенько так. Ну вот это, что такое вот это вот? Нет, в смысле, я имею в виду. А с другой стороны, хорошо, что здесь нету. На что-то у меня эти глаз... А, вот на это. Эти, конечно, вот. Вот это вот красивый. Но если вот брать их, брать несколько, чтобы посадить в один горшочек, и они будут смотреть ГПС-тест 129 рублей. Они будут смотреться в одном горшочке. То есть вот это вот разный, там, вот, вот такой, такой, да, если это все разное. Вот беленький тоже есть. Прям набирай и сажай. Нет. Ну, антуриум, конечно, красивый. Ничего нельзя сказать. Красота необыкновенная, но дорогая. Вот и когда вот идет необычные 1200, да, необычные цветы. О, что такое? Посмотрите, какой огромный антуриум. Наверное, прям переудобренный. Ой, это маленький. Слушайте. 399 рублей. 399 рублей, посмотрите. Неужели я возьму? Антуриум Шерцера. Неужели? Неужели? Вот такая тоже, смотрите, зеленая, оригинальная. Вот это вот. Вот этот вот, посмотрите, какой интересный. Видите, да, как он цветет? Этот, который 1200. Вот этот оригинальный, вот этот мне нравится. Он очень оригинальный. Ну, да раза. Вот нравится мне этот антуриум. Вот интересно, кто смотрит меня давно и знает. Как вы думаете, я возьму вот этот антуриум за 399 рублей или нет? Ну, слушайте, это гигант какой-то. А? Даже интересно. Антуриум Чемпион. 899 рублей. Вот он, вот этот вот огроменный. Посмотрите, у него листья большие, цветы большие. Вот он вот такой огромный. Обалдеть. 999 рублей Шерцера. Обалдеть. Я такой вот антуриум вообще не видела ранее. Чтобы вот огромные такие были цветы. 399 рублей. Ой, вот тоже красота. Вот тоже мне нравится. Тоже нравится. Но нравится это все. Такая цена, что мама дорогая. Тоже красивый. Что прямо мама дорогая. 1500. Вот это вот.
Вот это мирт. Это точно мирт. Вот это вот. Да. 999 рублей. Это сенцеверия, тещин язык. За 869 рублей. Знаете, я вот думала, что вот у меня она такая вот, которую вот я вам показывала в одном из видео, где мои цветы. А вон, кстати, вот тоже маленькие растюшки, но мы с другой стороны подойдем, посмотрим. Показывала, что вот у меня такие есть, что я думала, что именно вот она вот так вот будет расти. А у меня, оказывается, найти так вот розет. Вот все время я хожу, смотрю на это. Ну нет, я брать не буду. Я не знаю, когда я на нее вообще спидоблюсь. Ой, что это? Мать моя женщина, это, смотрите, как цветет интересно. Это у нас Агланема Мария, 799 рублей, мамочки. Первый раз только такую вижу. Аглая, блин. Такая красивая Аглая. Я уже думала, что я все знаю. Ну, как бы так, да, вот что она хоть. Ой, посмотрите, как красиво, вот как будто бы искусственно. Это натуральный лес, такой красивый, оригинальный. Что это такое у нас? Давайте посмотрим. Калатея за 2700. Ну, 2670, обалдеть. 1600, вы посмотрите, какие цветочки. Извините, что я трогаю. Я знаю, что цветы не любят, чтобы их трогали. Вот тут тоже она вот такая вот обалденная. Обалденная. Вот это тоже традисканция. Вот это вот, которую вот я последний раз брала. Это уже экзоты. Пошли экзоты. Вот такого экзота я не видела. Интересный экзот. Что это у нас? Ага, тело. Тилансия за 1500. Да, красота. О, проскочил это тоже свой этот самый кактусы. Зачем? Они же, наверное, портятся вот эти вот. Зачем так это издеваться над цветами, красить их? Я, конечно, не знаю, как они выдерживает это, но мне кажется, знаете, не такое вмешательство, не каждому понравится. Все, кактусы. Да. Я надеюсь, что я никогда не потяну найти кактусы. Вот красивые сенсеверии. Вот они маленькие, видите. Давайте посмотрим. Тут сразу две штучки сенсеверия. 129 рублей, это недорого. Вот это вот оригинально. Я говорю, я вот думала, что она вот так вот у меня будет расти вверх. Вот так вот вот. А она вот забутонилась. Так стала бутоном. Все, у меня теперь думаю, понимаете, что даже интересно, догадаетесь, возьму я этот анториум или нет. Ой, как интересно. Посмотрите, вот с этой и кислица подсажена. Что вот это кислица, видите, вот это вот. Как интересно, толстянка, 399 рублей, и вы получаете два цветка, вот это вот, и еще и кислицу, видите, вот она подсажена, это кислица, как интересно. Толстянка, денежное дерево, это у нас долларовое дерево. О, смотрите, ну это просто так посажено, я думала, укореняют. Ой. Какой-то закрученный. Так, ладно, дальше пойдем. Смотрите, какая орхидея. 899 рублей. А, скидка сейчас 799. Вот это да. Это вот такая вот. Ну, это, наверное, уже капризная, не как обычная вот у нас. Вот она. Эти вот, по-моему, рождественские цветочки. Но они, как говорят, одноразовые. Отцвели и все, и пропадают. Гипиаструм, мой любимый. У меня они есть. И вот такая окрас. И красный. В общем, красота. Это у нас Наташа, по-моему. Вот это вот Наташа. Бенджамином. Фикус Бенджамин, это обычный Бенджамин, а это фикус Наташа. Вот он мне нравится. Он как бы как
Так, да, Бенджамин Наташа 499 рублей. Он как бы мелкий, он не разрастается таким огромным. Он так небольшой, не знаю, здесь есть среди вот этой вот Наташи. Чтобы хоть показать. Ну, я думаю, что многие знают. Посмотрите, фигура мягкая. Санта 2599 рублей. Выкладывают, смотрите, новогоднюю коллекцию, но пока тут все закрыто, как я понимаю, или нет. 599 рублей гирлянда. Еще закрыто. Так, у нас тут хризантемы за 149 рублей. Распродажа. 189 рублей хризантемы. А это уже у нас цена. Догадайся. О! Вот все время смотрю на этот цветок, но он, конечно, разрастается, мама дорогая. И это у нас цикас, 2999 рублей. Вот такой огроменный цикас. Ух! Так, вот и папоротник. Очень мне нравятся папоротники, конечно. Они любят. Так, да, нефрополис. Нефролипис. Нефролипис, 169 рублей. Это недорого. Кстати, хороший кустик. Вот, покупайте. Влажность любит очень часто опрыскивание. И желательно какушку, чтобы светлее было. В темноте он не очень это все любит. Вот они еще и разные, видите, как тот. Хотя вполне возможно. Вообще кучерявые какие-то они еще. Давай. Все, ценник убегаю. Это 569 рублей. Вот. Да, еще хотел сказать, вот этот цветок вообще неприхотливый, растет. Хамидария 219 рублей, замечательно. И красиво, моей дочери очень нравится этот цветок. Цикламен 249 рублей распродажа. Это бегония, вот это цикламен. Цикламен, тоже цикламен. Ой, что я вижу? Прошу, мне не надо. Глоксиния 399 рублей. Посмотрите, ой, какая красота. А сколько здесь будет? Это вообще. Это что-то с чем-то и о чем-то. Вот, смотрите. Вот. Ну, давайте дальше по порядочку пойдем. Это у нас пеперуми. Очень мне нравится вот эта пеперуми. Она очень красивая. Конечно, я взяла и не с той стороны. Ага, 129 рублей. Это, по-моему, это не пеперуми уже. Ну вот, приезжайте, если вам кому-то надо. Растишки вот эти пеперуми, это тоже пеперуми. 149 рублей. А это у нас то, что у меня не живет, не хочет бальзамин, ни в какую. Ну и ладно, ну и бог с тобой. За 369 рублей. Ни хуже не надо. Вот здесь, кстати, смотрите. А, это кофе. Кофе нужен солнечная сторона. Так. Кофе до арабика 169 рублей. Солнечная сторона, полив, можно сказать, частый. И опрыскивание, и калий удобрение. Вот это он любит, тогда он будет расти нормально. Потому что я уже с ним сталкивалась. То есть, в смысле, он у меня растет. Редер Махера. Что ж так, 179 рублей. Ты ж такая зайка красивая. Не-не-не. Мне она нравится, но я не буду. Фатси у меня погибла. Ну и ладно. Здесь она 249 рублей. Все. Так, это у нас фикус Бенджамина. Наташа, я тут не вижу. Но она не должна быть. Она такая мелкая. Мелкая, миленькая. Вот здесь вот есть цветочки, которые должны дешевле стоить. Вот 50 рублей цикламен. Пожалуйста, умейте его возродить, сумейте, покупайте за 50 рублей. То есть я считаю, что азалия вот за 89 рублей, вот эти вот цветочки, можно вполне себе купить. Розу, конечно, я бы не решилась, потому что... О, тоже красиво. Потому что розу я... Так, это вот сюрприз как раз. Вот у меня есть такой сюрприз. Это лимон-лимон, но у меня нету, но мне это хватит драцена. Угу. Вот. А розы я бы как бы, знаете, вот не решилась, потому что роза для меня и так сложно. У меня, по-моему, и роза погибла. Ампельная, вот 699 рублей, это традисканция.
Так, а розочки у нас стоят? Розочки пока не вижу. Ну, видите, они вот таких упаковочек, на упаковочке цены нету. Ну, вот тут розы 249 рублей можно приобрести. Но нет, нет. Я уже больше покупать такое не буду. Потому что у меня не растет. Огибает. Такая засранка. Тебя тоже брать не буду. Не хочешь ты у меня расти? Не хочешь. Вот. Кстати, о главном. Олива. Сколько сейчас олива стоит? Ой, какая тяжелая. 1500. Ну, вот, понимаете, за 1500 я бы, наверное, вряд ли взяла бы. А вот за 1999 рублей я вот тогда купила. Сейчас не жалею. Один, конечно, у меня то ли пропадает. А вот тот, который с таким толстым стволом, у меня все отличненько. Так, ладненько. Пеларгония обычная. За 99 рублей. Ну, вот, я, знаете, вот долго у моей мамы были эти цветы, и, походу, я как-то к ним не, это самое, не расположена, поэтому они у меня тоже не живут. О, мои любимые цветочки. У меня такая есть, хлорофитум. Замечательная. 129 рублей. Берите, в каждом видео говорю, берите тоже хлорофитум. У меня, наверное, такой есть. Не-не-не, все. Все-все-все. Вот это я все хотела посмотреть, что это такое, но мне не надо. Муленбекия. Вот это муленбекия. Посмотрите, какая красота. И что это? Растение плектрантус. 129 рублей. Офигеть, посмотрите. Плектрантус. Супер. Красиво. Ой, я поставила. Эти мули 129 рублей. Так, это у нас азалия, по-моему, или нет? Да, азалия, 429 рублей. Красивая, не спорю. Но я уверена, что это не мое, не, у меня не приживется. 379 рублей, посмотрите, какая красота. Конечно, красиво, но нет. Так, это у нас кофе. Тут что такое вот торчит? Странное. Ой, а здесь, посмотрите, здесь два растения на 129 рублей. Здесь два. Видите? Это вот какой-то плекрантус. А вот это пилея, по-моему. Вот она. Хотя, не знаю. Ну, бонус такой. Вот. Потому что я смотрю, вот здесь тоже есть такая же. 129 рублей, видите? Вот она. Интересно. Такая. Красивая. Да, ведь здесь шар пластиковый, такой 20 сантиметров. Диаметр 399 рублей. Та же цена, 229 рублей набор. Сколько здесь штук? На ценнике не написано, но вы можете заметить, очень много. 229 рублей. То же самое цена. 269 рублей. Сколько штук? А, тут набор 20 штук. Тут тоже 20 штук. 20 штук. 269 рублей. 229 рублей. 20 штук. Видите, какое сочетание красивое. А, мешками. Набирайте мешками. 229 рублей. 20 штук. Тоже 269. 20. 20. 269. В общем, выгодна цена. По мне так выгодно. На этом все. Спасибо всем за внимание. Спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Хочу вам пожелать крепкого здоровья. Не болейте, мои дорогие. Всех благ, чтобы все у вас, вами задуманное, получалось. Исполнение желаний вам во благо. Ангела-хранителя. Ну и мирного неба над главой дружбы между народами, уважения, взаимопонимания между разными вероисповеданиями. Всем до новых встреч, до свидания.